Сложный ажур с декировкой для изящных и элегантных изделий, летних и теплых. Раппорт 10 петель, 5 и 10 иглы стоят в заднем нерабочем положении. Для пересадки петель используются декеры 1, 2, 3 и 4 игольные. Фрагмент узора заканчивается оформлением большого ажура на 3 петли. Двухигольным декером делаем пересадку в сторону большого ажура. Провязываем 2 ряда. Следующая пересадка трехигольным декером в том же направлении. Провязываем 2 ряда. Завершающая пересадка четырехугольным декером или за 2 этапа трех и одноигольным декером. Получаем большой ажур на 3 петли. Провязываем 2 ряда, оставив иглы ажура в заднем нерабочем положении. И остается закрыть ажур. Для этого переносим крайние петли ажура на один шаг к его центру, но так, чтобы протяжки ажура оказались поверх этих петель. Ряд для вязания сформирован, первая пересадка раппорта выполнена. Так получаем ряд, с которого мы начинали вязать узор, и продолжаем выполнять декерные пересадки в сторону большого ажура. Не забудьте посмотреть другие узоры машинного вязания.